Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипед от торговой марки ВНВ. Модель называется Fast Rider 5.0. Хочу сказать, что компания ВНВ – это марка, которая делает велосипеды для Украины, но зато в хорошей стране. Производство на тайваньском заводе, где производят немецкие велосипеды «Бергамон». Немного и сотрудничает с компанией «Бергамонт», имеется в виду, что соотношение качества, цены, все адекватное. Цена, конечно, соответствует украинскому покупателю. Fast Rider имеется в виду, что Fast, быстрый. Имеется в виду, на этом велосипеде легко можно разогнать скорость, держать скорость высокую, за счет того, что колеса 29 дюймов и рама легкая. Найнер тем самым. Найнер, извините, найнер. Обода здесь идут двойные, усиленные, из алюминия, что и написано на стенках самого обода. Спицы идут из нержавеющей стали, они более надежные, выдерживают выше большую нагрузку. Колесо крепится при помощи легкосъемного эксцентрика, тормозная система дисковая, как мы видим, при приводе тросика Tektronavella, это тормозная система. Вилка торговой марки Santur с стандартным ходом 100 мм. Это стандартный ход для горного велосипеда. Велосипеда вилка имеет регулировку. Правые и левые штаны регулируются степень жесткости. Предлог можно увеличить и уменьшить степень сжатия пружины. Отрегулируется сам подвес велосипеда. Велосипедиста. Рулевая полуинтегрирована. Как вы видите, вот такие вот здесь выпуклости. Это говорит о том, что подшипники находятся в чашке, которая защищена от грязи, пыли, выдержит больше нагрузку. Руль гидроформированный, по центру толстый, по бокам расходится с уменьшением объема, тем самым вес меньше, жесткость выше. Вынос руля также мы можем видеть, что здесь получается облегченный. Есть бренд на самом логотип торговой марки VNV на руле, который виден сквозь вынос руля. Рама идет алюминиевая в двух вариантах. 53 и 47. Два велосипеда под разный рост велосипедистов. Шатуны здесь идут от торговой марки Santur. Это хорошие шатуны, у которых нет защиты на большой звезде. А здесь три звезды. Соотношение звезд 22, 32, 42. Стандарта горного велосипеда. Также надо отметить, что звезды имеют возможность меняться. Это комфорт, потому что если вы часто катаетесь на средней звезде, просто можно поменять одну звезду за небольшую стоимость, и тем самым велосипед дальше можно эксплуатировать. Велосипед имеет передний переключатель торговой марки Shimano. Самый простой, для трех скоростей достаточно хороший. Сзади стоит у нас переключатель от торговой марки Shimano Acera. Хороший среднего уровня класса переключатель 360, который рассчитан на стандарт горного велосипеда с соотношением передач 3:8. Задняя кассета от торговой марки Shimano, которая тоже выдерживает хорошую нагрузку, высокую, HG31 на 8 скоростей. Стоит защитный такой щиток, флиппер, защитный щиток, чтобы спицель не спадала. Также надо отметить, что велосипед комплектуется камерами с автомобильным штуцером. Ниппель здесь простой, стандартный, легко можно подкачать на любой автозаправке. У велосипеда есть хорошая возможность. Есть специальный легкосъемный эксцентрик, который легко можно снять заднее и переднее колесо. Это я уже говорил. Комплектуется стандартными покрышками, как для горных велосипедов, со смешанным протектором. На этом протекторе легко кататься и по городу, и по бездорожью. Нету явно выраженных таких шипов на протекторе. Седло регулируемое, опять же таки, легкосъемным эксцентриком. Данное седло можно поднять и опустить. Рассчитан данный велосипед, у которого рама 53 сантиметра, это расстояние от подседела до вала каретки, расстояние 53 сантиметра. Такой велосипед рассчитан на велосипедиста с ростом 1,78 м, 1,85 м. Если заинтересовал данный велосипед, звоните в наш киевский велосипедный магазин на бульваре Перова, Веловива. Если заинтересовало наше видео, подписывайтесь, пишите, отзывы оставляйте.
постоянным клиентам гарантированы скидки. До скорых встреч!